На этих кадрах свидетели жуткого происшествия пытаются высвободить из тисков искореженного автомобиля водителя. Трех пассажиров уже достали из салона, еще один смертельно травмирован. ДТП случилось утром 24 декабря в Санкт-Петербурге. Люди с остановки, прохожие, водители проезжавших авто с самого начала пытались оказать помощь до прибытия спасателей и медиков. По данным инспекторов, на пересечении улиц Туристической и Савушкина столкнулись Peugeot и Hyundai Solaris. От сильного удара Solaris отлетел к остановке общественного транспорта и врезался в две стоявших маршрутки. В них не было пассажиров. По рассказу очевидцев, в Hyundai ехало сразу 5 человек. Самостоятельно на ноги встали лишь двое из них. Троих пассажиров и водителя с различными травмами увезла скорая. Один пассажир из-за полученных травм помощи не дождался. Водитель Peugeot по счастливой случайности не пострадал. На участке дороги в районе метро Беговая образовалась пробка. Улица была перекрыта для работы спасателей и полиции. Причины произошедшего и виновники ДТП устанавливаются.